Медведь и лиса пришли попробовать угощения, оставленные жителям Мурманска, и попали на видео. Соответствующий ролик распространился в социальных сетях. На записи видно, как россиянин устанавливает камеру на холме и кладет на землю свежую рыбу. Спустя некоторое время в кадре появляется бурый медведь. Хищник съедает угощение и уносит одну рыбу с собой. Позже на запах еды приходит лиса. Она обнюхивает место, где лежала рыба, а затем смотрит прямо в объектив.